Всем привет, это уже вторая серия нашей, как говорится, разработки. Мы с нашим другом Артемом продолжаем заниматься строительством вездехода. Если кто не видел первую серию, вы можете пройти эмблемки сверху, там будет строение с первой серии, либо же описание в комментариях. Внизу под видео будет описание. Вот. Сегодня что нас ждет, кстати, Артем, чем будем сегодня заниматься? В этой серии мы будем подготавливать агрегаты к дальнейшей установке на вездеход. Потом нам надо изготовить пилу. Мы пока не знаем, как это будет выглядеть, но примерно в голове есть, что мы хотим сделать. Пилу для перпендикулярного, для ровных углов, чтобы нам резать профиля квадратные. Вот, чтобы болгаркой долго времени не терять на отрезание, мы будем изготавливать для этого специальную пилу. Вот, далее, что у нас там? Все, наверное, в этой серии. Там, как максимально постараемся побольше сделать. Для вас это будет несколько минут, для нас это, скорее всего, пройдет целый день. Целая неделя. Да, возможно, неделя, возможно, день. Вот. Да, может, даже и больше, потому что мы с ним оба работаем, и у нас нет времени заниматься ни как гаражом, ни как строительством. Все только вечернее время. Смотрим ролик. Поехали!
В эту сторону тоже. Так, теперь нам надо... Что? Правильно, нам нужно что-то... О! Чем можно добить? Мы это, поди, не будем показывать. Скажите, бурами, блядь, перфоратора. Буры? Не. Что-нибудь бы такое... Трубочка или шланечка? Да, да, да. Или старую эту... Лишь бы она там не застряла. Все, замечательно, слышишь? У шарика все будет заебись. Это не я матерился. Ладно, шучу. Я больше не буду. Замечательно. Побрызгаем что-то. Чтоб чётенько все было. Вот так мы работаем. Ништяк. Не хотела бы садиться. Пришлось прибегнуть к высшим силам в виде перфоратора. Бросай! Все, поехали, заводи. We'll be right back.
В общем, по видео вы же поняли, что у нас был конкретный трэш. Ладно, там смывкой коробки и созданием данной вот пилы. Мы сейчас замучились гараж отмывать от мазуты, от солярки, которая летела с коробки, с грязью вместе. Да, это был пипец полнейший. В общем, я немножко грязный, надо будет сегодня постираться. А самый, наверное, трэш, как и нас, так и вас, скорее всего, удивил, когда у нас пришла сила свыше в виде перфоратора. Потому что по-другому он сбиваться не хотел. Ну, мы решили попробовать, чё бы нет. Да, перфоратор нам помог. Да, спасибо тебе, перфоратор. Не хотела она никак забиваться по-нормальному. Вот. Ссылка на перфоратор мы оставим в описании. Коробку подготовили, срезали с нее эту защитный кожух маховика, по-другому в народе называемый колокол. Вот. В данном случае для вездехода он нам бы мешал очень, его нужно убирать там. Вот. В следующей серии будем готовить корпус кузова, кузов точнее наш, лодку, делать ее герметичной, сваривать все швы. И, в общем, увидите в следующем ролике. Да, а на данный момент пока что ждем, как говорится, уже третьей серии. Для вас это также может быть затянуться как 17, ну, буквально 12-15 минут. У нас это может максимум быть неделя, но мы не обещаем. Мы по возможности, потому что мы и монтируем, и работаем, и монтируем, и создаем. Петли транспорта. Кому ты в руки попал? Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставим лайки, комментируем, распространяем нас среди друзей. Ну, ждите новых видеообзоров. Да, если вы пришли, к примеру, увидели нас на ВК или в другой соцсети, проходите на YouTube, подписывайтесь. Мы будем очень рады, комментируем. Мы отвечаем на все комменты, скорее всего, в следующей серии мы давай-ка поотвечаем на комментарии людей, которые задают нам вопросы. Мы и так отвечаем. Ну, хейтеров много появилось. Да. Дело в том, что многие говорят не ставить КПП классики. Мы ставим ее, мы будем ее ставить даже самим. Точнее, да, КПП говорили ставить другую от переднеприводной и говорили ставить задний мост, типа другой. Брать от Волги. Друзья, мы это все понимаем, мы это все слышали и знаем. Дело в том, что можно сделать намного больше ресурс, я согласен, если поставить мост от Волги, можно вообще военный мост от УАЗика поставить, правда он скорее всего потонет, но это будет другой вопрос. Дело в том, что мы делаем такую схему для того, чтобы показать, что эта схема, либо она работает, либо она плохая. Если она будет плохая, мы будем показывать, почему она плохая, и когда у нас ее порвет, мы это все будем снимать и показывать. Вот охотец выпускает данные вездеходы с классическим редуктором, он рвется. Опять же, если все это будет у нас так происходить, мы обязательно это снимем и покажем. Дело в том, что когда я выбирал и ставил этот мост, я не нашел ни одного критического комментария в YouTube. И почему и как. Да, была критика этой схемы в комментариях ВКонтакте, у охотцев в группе, у тех, кто делает эти вездеходы. Но дело в том, что там была как и критика, так и я списался с людьми, которые пользуются данной техникой. И, как они сказали, с дуру можно все сломать. Если правильно пользоваться под нагрузками, когда застрял, не крутить поворотами, чтобы сателлиты работали под нагрузкой, тогда, говорят, если ехать прямо, то все работает хорошо. Вот, ну... Будем снимать, смотреть, как это работает. И в будущем, если будет работать плохо, естественно, будем критиковать эту схему уже на YouTube, чтобы другие люди не попадались и уже не брали в такой комплектации вездеходы. Либо не собирали в такой комплектации, насмотревшихся роликов в YouTube, что так делают, так есть. Да, мы знаем, что есть слабые места. Если они сильно будут проявлять себя, соответственно, мы этот мост потом вырежем полностью и поставим уже другой туда мост. Мы будем менять схему вездехода. Но это будет потом, пока наша задача это все собрать.
Вот. А так, кто есть, у кого есть желание, скорее всего, или помощь каналу, или помощь проекту, можете, во-первых, самым первым делом это подписаться на канал, оценить нас своим лайком или дизлайком, без разницы, комментами своими, то бишь тем самым мы выдвигаем видео в топ. Ну, подписывайтесь на канал. Да. Всем пока-пока. Да-да-да, пока.